Так, ребят, как вы поняли, речь сегодня пойдет о такой вот приставочке. Купил я ее на Авито. Просто коробочка в идеальном состоянии. Вот. Мы с ней одного года, но выглядит она намного лучше, чем я. Вот. Сейчас распакуем, посмотрим, что внутри. Вот такая комплектация. Джойстики оригинальные, все прям кабель мягкий, ничего не одервенело. РФ кабель, ничего хорошего. Блок, не знаю, оригинальный, наверное. Ну и естественно сама приставка. Все работает, выбросы. Слот под картриджи в идеальном состоянии. Все, вот. Made in Taiwan. Печати. Даже болтики не заржавели. Вот. Вот такая вот комплектация. Сейчас мы ее подключим и посмотрим, работает ли она вообще. Так, ребят, все, я подключил. Вставил картридж. Сейчас попробуем. Так. Запустил, джойстик работает. Старт. Ну что, у нас все работает, все кнопки. Картинка хорошая. Кнопки нажимаются легко. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока.